утро, мы проснулись и пришли завтракать в наш красивый дворик. Здорово, да, Руслан, так спокойно. Пришли в парк Прада. Название от бывших владельцев Сумида Прада. Раньше здесь только охотились, а сейчас это парк развлечений. Кстати, их здесь уже больше 250. Карусели здесь начали появляться еще с 17 века. Это старейший парк развлечений в мире. Вот сейчас пойдем гулять и кататься на карусельках. Сейчас 10 утра, мы пришли рано, но уже люди сходятся. Еще многое закрыто. Цепочная карусель. Вот так выглядело в 1930 году. Сейчас пришли вовнутрь. К Ризенрад идем. Тут очень интересные вагончики всякие. Вот наш вагончик подъезжает. В этом вагончике на карусельке. Кстати, эти вагончики можно заказывать для частных туров. Со свадьбой, день рождения. Тут всю кабинку выкупаете. И разный тут столик ставят. Вот эта кабинка, ее можно заказывать для частных туров. Там уже засервировали стол. Стоит это дорого. Все, мы не вернулись. Оттуда очень красиво. Класс, да, Руслан? Выше и выше. Вон центр видно, видишь? Маленькая лялечка тоже смотрит. Ой, это так захватывает дух, когда это... А эта карусель называется рогатка. Вон там садятся люди и выстреливает как рогатка. Это самая длинная, самая большая в мире цепочная карусель. Вот так садимся. Она очень старинная, по ней видно. Очень красиво отреставрирована. К сожалению, она закрыта, да, Руслан? Пока что да. Вот, карусель начала работать и будет подниматься на высоту 117 метров.
Очень круто. Катались на карусели. Очень страшно. Очень не страшно. Мы очень лежали. Класс. Это? Что за женщина с тобой? Это, кстати, музей мадам Тюссо. Мы приехали еще в летнюю резиденцию императора. Хорошая погода, куча туристов. Территория дворца в мини-формате. Территория очень большая. Пешком все сады ходить, поэтому можно взять вот такой... фургончик. Паровозик. Все выше и выше, мы уже устали. Русланчику плохо, зато какой вид красивый. Ой, нам нужно туда наверх, к этим колоннам. Мы сейчас лежим под этими красивыми колоннами. Сегодня очень жарко, палящее солнце. Напекло нам в голову. И отсюда очень-очень красивый вид. И нереально много людей. Кстати, в Хёнбурн 1441 комната. Да. И 190 комнат сдаются в аренду, что можно жить во дворце. Где розы? Мы зашли пообедать во вьетнамский ресторан. Тут так хорошо, уютно, не жарко. Кушаем рыбный суп. Всегда во вьетнамском ресторане подают вот так вот 4 соуса. Очень вкусный суп. Это рыбные шарики. Обалдеть. Мне вот еще принесли мою рыбу с соусом и рис к этому. Руслан ждет. И кокосовый сок, как в Таиланде. Красиво так. Красиво, да. Количество влюбленных в Вене. Да. На сегодняшний день. Видишь? И мы тут. 600. Прямо напротив Карлскирхи отдыхают, сидят на лавочках.
играет музыка, есть детская площадка, много-много лавочек, мороженое. У-у-у. Такая красивая музыка, Руслан, спасибо. Вид такой замечательный, Руслан. Вот мы пришли кушать блинчики. Это место называется Палачинкин кухин. Это на австрийском диалекте блинчики. Очень популярное место. Руслан будет кушать. Что ты будешь кушать? Что? Что ты будешь кушать? Я буду кушать со шпинатом. Ой, что ж там еще внутри? Сыр, по-моему. И греческий сыр, шпинат и греческий сыр, а другая с жареными овощами и моцареллой. А у меня вот в такой штучке запеченные блины. Это с шампиньонами. Что тут еще у меня? У тебя тоже одна есть с жареными овощами, как у меня, а другая с шампиньоном и... Я запуталась. Мы посчитали здесь... Около 50 видов блинчиков, соленых, сладких, с мороженым даже есть, запеченные. Да, Руслан, кстати, пьет молочно-сливовый коктейль, это моей маме бы понравилось. Я уже выпила кофе. Здесь очень-очень много разных видов блинов. Руслан уже начинает есть. Это, кстати, виноград так растет. Штучку от зонтика приделали и назад так растет. Мы сейчас просто гуляем, идем в центр. Заметили вот эту красоту. А это, оказывается, ресторан. Очень дорогой, наверное, ресторан. Старинное здание. Мы сейчас гуляем по улочкам первого района. Здесь очень тихо, как ни странно, несмотря на то, что центр. Штефанстон. И карета. Крыша Штефанстон. Пришли сидеть на речку.